Всем привет, дорогие друзья, с вами Стар709, и мы продолжаем играть в Майнкрафт на версии 1.9. Друзья, теперь серии будут выходить короче. Связано это с тем, что под роликами реально очень мало лайков. Так что, друзья, все зависит только от вас. Чем больше лайков, тем больше длина серии и выход новой серии. Так что все в твоих руках, поставь лайк. Итак, друзья, эта серия будет длиться около 10 минут. Ну или, ну хотя 15 минут, наверное. Ну хотя 15 минут, наверное, она будет длиться, да. Ну что ж, в этой серии мы, наверное, сделаем ферму. Да, мне написали в комментариях, чтобы я сделал ферму. И давайте попробуем сделать ферму. Также мне попросили найти алмазы, если смогу. И сделать портал в ад. Но для этого мне нужны алмазы, поэтому я этим займусь чуть-чуть позже. Давайте сейчас... Да, кстати, еще один был комментарий по поводу дома. Построить дом рядом с деревней. Да. Да, да и да. Я это сделаю, но в следующей серии. В этой серии мы просто займемся фермерством, потому что, блин, деревня очень маленькая, и поэтому даже нету ничего такого из фермы, как бы, фермы вообще нету. Ладно, пока что сделаем так, потому что щит как-то закрывает половину моего экрана. Да. Не экрана, а монитора, как бы. Просто угол обзора внизу слева мне почти ничего не видно, и поэтому как-то неудобно. Тем более сейчас день, нет смысла ходить с щитом. Ладно, так, что возьмем? Нужно посадить тыквы, и нужно посадить семена. Да, но мне нужны семена для этого. Поэтому давайте ломать просто-напросто траву и ждать, пока нам выпадут эти самые семена. Одно есть. Или, кстати, я не заметил их, я не видел. Вроде бы я не заметил. У меня вроде бы дома они есть. Ну, вроде бы я помню, что они были. Вроде бы. И... Нет, семян нету. Нет, семена пшеницы, жалко, их нету. Так, давайте идти по ачивкам. Давайте сделаем типа верстак. У нас типа его сейчас нету и не должно быть. Ну ладно. Сделаем еще один, не знаю зачем, но просто давайте сделаем. Ради достижения. И теперь давайте соберем мотыгу. Давайте самую обычную, нет смысла, как бы нету различий. Там вроде бы у меня палочки, кстати, были, но ладно. Потратим эти. Так, новое достижение. Дачный сезон, отлично. Так, теперь давайте, наверное, возьмем булыжника. Чё, зря я его копал, что ли? Возьмем булыжника и как-то сделаем, чтобы чётенько было и красиво. Возьмем лопатку также. Так. Так, положим все это и возьмем лопатку. Такс. И где мы будем строить наш дом? Я свой дом планирую где-то вот здесь вот тогда построить, да? И, значит, давайте, ну, где-то вот тут вот можем построить нашу самую ферму. Так, давайте, наверное, по 5. Давайте попробуем по 5. Так, что я сделал? Давайте по 5 попробуем. Хорошо, 5, согласен, давайте 5. Так. 5. Вот таким вот образом еще делаем. И у меня 6 штучек есть. Ну ладно, нормально. Вот. Теперь мне нужно скрафтить ведро. Поскольку у меня есть железо, я, пожалуй... А, не, подождите, друзья, как вы помните, в прошлой серии мы сходили в данж. Поэтому у нас есть... Или нету? Подождите. Да, есть 2 ведра, ура! 2 ведра, это круто. У нас есть 2 ведра, и теперь мы богаты, да, друзья? Если вы хотите посмотреть, друзья, все серии с данного сезона, то просто перейдите прямо сейчас в описании, и там есть ссылка на плейлист с этим сезоном. То есть все серии. На данный момент это у нас 5-я серия.
Давайте сделаем бесконечный источник воды. Он делается вроде бы... Надо залить все клеточки, да? Вроде как-то так он делается. Сейчас пойдем поспим по-быстрому и потом опять продолжим, наверное. Еда очень быстро отнимается. Так. Это, друзья, как вы поняли... О, ура. Не слишком такая уж прям огромная большая ферма. Пока что начнем с малого, но оно вроде бы дает... Какой стороне? Вот этой или этой? Я не знаю, с этой стороны делать? Хм. Даже не знаю. Блин, вот в чем вопрос. Ладно, слишком быстро потемнело, давайте пойдем поспим. Жители, давайте садитесь, ложитесь, поедим. Да, рука, кстати, вот эта вот левая, так прикольно мне помогает. Так, хорошо. Ложимся спать и просыпаемся, просыпаемся утром на крыше. Ну, зашибись. Мы лунатики, да? Если ходим по крышам ночью. Так, хорошо. Кстати, да, вдалеке у нас там наша шахта, в которой мы были в прошлой, в позапрошлой сериях. Так что обязательно смотрим, если не смотрели. Если смотрели, то, друзья, не смотрим. Смотрим эту. Да. Кстати, друзья, не забываем про то, что выход новой серии зависит только от вас. И минуты, сколько будет идти данной серии, также зависит только от вас. Да. Также, друзья, давайте мне ачивки в описании. Те, которые... Ой, что я сказал? Также, друзья, давайте мне... О, железка. Давайте мне свои ачивки в комментарии под роликом. Как бы, что вы хотите, чтобы я сделал? Как в начале ролика я сказал, что меня попросили сделать какие-то ачивки, но я, наверное, уже со следующей серии буду называть имена, либо просто скриншоты вставлять. Вот, да. Так что, друзья, пишем комментарии, и я буду потом... вас вставлять в новую серию. То есть, ваш комментарий. Да. Так, это, в общем-то, у нас будет ферма пшеницы, да? Давайте, наверное, вот где-то... блин, даже не знаю, как сделать. Хотя, ладно, хорошо, продолжаем вот здесь вот. Значит, как она там делается? Я забыл, форма... Вроде бы ферма... ладно. Вроде бы ферма этих так же самое делается, давайте. А, тут в два раза больше семян дается, да? Вроде бы так. Вот честно, я не помню, но... Вроде так. Я честно, я не помню. Ладно. Вода тоже не нужна, потому что они будут расти вот сюда вот. Как бы... Вот эти вот будут расти сюда, а вот эти сюда. Не знаю, как объяснить, ладно. Надеюсь, вы поняли меня. Да. Также нужно посадить тростник, потому что я помню, я садил его где-то во второй серии, но, к сожалению, как вы помните, то, что случилось, то, что я зашел нечаянно с другой версии, очень тупо было. Кстати, друзья, кто не знал, интересный факт, на песке тростник растет быстрее. Кто знал, лайк, кто не знал, тоже лайк. Так, давайте возьмем тростничок и вот сюда вот его опять-таки посадим. Чтобы было побольше, в два раза больше тростника. Круто. Так, все, хватит. Так, из тростника мы можем сделать сахар. Или же бумагу. Как там бумага делается? Я не помню, как бумага делается, но я забыл. Сахар, кстати, мы можем использовать для тортика. Да, кстати. Для тортика, либо еще чего-то там. Кстати, мы можем вот так вот сделать, подождите. А, нет, мы едим только... Ладно, просто эксперимент. Просто эксперимент был. Ладно. Так. Так, давайте положим, пожалуй, все. И вроде бы ферма удалась, да? Это по моему мнению, да. Вообще, она, мне кажется, не удалась. Но вроде бы не такая уж и плохая ферма из меня. Фермер из меня получился. Как бы пока что пусть будет так. Также, друзья, укажите мои ошибки, как бы. Да. Что неправильно я сделал? Ну, вроде бы не так уж и плохо. Классно все сделано. Самое главное, не топтать эту херню. О, одна выросла. От солнца вроде бы питается. Но, кстати, нужен заборчик. Да? Да. Чтобы зомби
Ее не раз это, не растоптали. Блин. Хотя, стоп, они не прыгают. Те, кто прыгает, вот те вот растаптают. А те, кто не прыгает, те не растаптают. Поэтому будет круче, если они просто не будут прыгать. Давайте, наверное, курятину пожарим, да? О, у меня еще 4 железа лежит. Зашибись, 14 железа у меня есть. У меня есть 7 яиц. Нет, я их пока что тратить не буду. Можем скрафтить... блин, ребята, почему не было такой ачивки, я не поняла. Почему не было ачивки скрафтить лук, который крафтится... Я не помню как. Блин. Я что-то забыл, подождите. Как крафтится лук? О боже. Блин, я это вырезать не буду, но я забыл, как крафтится лук. О боже. Я не помню, либо палки, либо... блин. Серьезно, давайте сейчас вспоминать, как крафтится лук. Я сейчас никуда заглядывать не буду, ничего вырезать не буду, никакого кадра, просто будем пытаться скрафтить лук. Хорошо. Я уже давно не крафтил всякую ерунду, но не так. Как-то вот так вот, но... нет, мне кажется, это... Может быть, нитки надо как-то... Нет, ну нафиг, я заглянул в интернет. Нет, телефон далеко, ладно. Ладно. Спустя долгое время, ребята, ну хотя нет, недолго, прошло где-то секунд 20. В общем-то, через секунд 20 я все-таки слаживал сам вот эти крафты, не заглядывал никуда, и скрафтил наконец-то этот тупой лук. Ура. Теперь у нас есть лук, и давайте теперь возьмем наши стрелы, которые мы никак не сделали. И, кстати, теперь у нас есть смысл от наших куриц и перьев. Круто. Давайте сейчас скрафтим палочки. Где наши палочки? Палок нет. Давайте их скрафтим. Дофига палочек. Ну давайте где-то штучек. 4, 17, 16. И теперь давайте крафтим наши стрелы. Оу-е. Отлично. Теперь нам нужно найти алмаз. Хотя, подождите, если рассчитать так, то мне надо 4 алмаза. 3 алмаза на алмазную кирку и... А, нет, даже не 4, а 5 алмазов. И 2 алмаза... Блин, я забываю, сколько. Вроде бы 2 алмаза надо на зачарованный столик. Он мне так нужен, потому что мне надо зачаровать лук, надо зачаровать броню и меч. Но для начала мне нужен уровень. Чтобы уровень, нужно вообще сходить в шахту сначала и накопать чего-то такого офигенного. Но у меня есть редстоун, есть 14 железа, 6 золота, и этого мало. Этого крайне мало. У меня есть хлеб. Уже хорошо. Кстати, что там у нас с нашей фермой? Ничего такого. Я понимаю то, что быстро оно никак не будет расти. Поэтому просто не надо мешать, и все. Также давайте немного очистим территорию здесь, чтобы потом не очищать. Да, на этом месте потом построим домик, где-то вот здесь вот. Но это уже будет либо в следующей, либо поздно в следующей серии. Так, в шахте мы будем копаться в этой серии или нет? Пока что не знаю. В этом сундуке нифига нету, надо, кстати, что-то положить и ту, и в этот сундук. Также меня попросили, ну не попросили, ачивку дали, чтобы я научился играть щитом. Ну ладно, будем, наверное, ребят, вместе пытаться играть с этим щитом. Давайте, наверное, уже под конец серии, это уже мы скоро будем заканчивать, давайте под конец серии отправимся в что-то типа, не путешествие, а просто отправимся в шахту, которая у нас находится возле нас, как бы, та, которая была еще в начале сгенерированная шахта. 53 факела, нифига себе, нормально, нормально. Ложим во вторую руку щит, и вот теперь он нам понадобится. Идем туда, о чем я говорил в какой-то там
я не помню какой серии, в третьей вроде как. И вот то, что я не выкопал и не нашел еще тогда. Не нашел, но я не захотел выкапывать, сказал, что пойдем потом. Но все-таки пойдем сейчас. Еще железо, зашибись, мы находим все больше и больше железка. Вау, залежи просто дофига железа. Круто. Друзья, ставьте лайки. Вау. Ставьте лайки обязательно за железо и за то, чтобы серии выходили хотя бы побольше и подольше. Да. Так, давайте поставим факел. И что-то мне это нифига не нравится. Ладно. Давайте геймру. Так уж и быть. Что за херня? Почему так резко стало светло? Блин, буква К, я не могу по ней попасть, потому что она... Клавиатура у меня сейчас закрыта, как бы немного, и у меня темно. Я снимаю эту серию 23 числа, в 22:53. Так, геймру, keep inventory, трое. Все. Так. О! Уголь. А что тут уголь делать? Ладно, выкапываем уголь и пойдем. Давайте выкопаем уголь. Все-таки мы больше никогда, наверное, сюда не вернемся. Вау, а что это опыт какой-то странный, такой синий, что это такое? Почему опыт синий некоторый? Или мне кажется, или мне впервые так показалось, я не знаю, но мне показалось, как будто он синий. Или так всегда было? Ладно. Давай, как будто так и должно было быть. Так. Снимаем уже 15 минут почти. И, друзья, уже сейчас будем заканчивать. Давайте, наверное, уйдем отсюда и в следующей серии продолжим, наверное, в этой шахте. Там был еще один поворот, но я, как уже сказал, друзья, после 50 лайков давайте начнем следующую серию. Да. Ладно, не буду забирать факел на память, чтобы потом сюда... возможно вернуться и... Блин. Мне, кстати, сказали, что топор эффективнее, и что ж. Вау. Нифига себе, какой я прям мастер щита. Ну, что-то он мне все равно херово снес. Ладно. Туда вот пойдем в следующей серии. Ну а сейчас давайте пойдем быстренько домой, пока не заспавнились все мобы. Нормальная сложность у нас стоит, поэтому будем поосторожней. Валим отсюда быстрее, что мне что-то страшненько становится. Теперь валим. Ладно, давайте попробуем на зомби как-нибудь. Вау, идеально. Вау, мне даже нравится такое новое PvP. Как бы теперь на серверах, там был какой-то чит, который постоянно бьет чувака, короче. Я не помню, как этот чит назывался, но можно было так делать. И больше такой чит нельзя будет врубить на серверах, как бы. Да, на PvP серверах, которая работает на 1.9. Уже будет сложнее читерам жить. Да-да-да. Ладно, друзья, давайте в конце поставим наше железка. Вот это вот наглого зомби убьем. Жители, не бойтесь. Ой. Ну да. О боже. Простите. Простите, жители. Все. Ничего не было, надо будет железную дверь поставить. Ну что ж, друзья, на этом все. Вот такая вот у нас вышла пятая серия. Вроде бы это пятая, да? Если я не сбился еще. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. В комментариях давайте свои ачивки мне. Также после 50 лайков выходит следующая серия. И также, друзья, ставьте
побольше лайков. После этого тогда выходит серия и длиннее, и больше. На этом все. Всем удачи и всем пока!